телеграм-канале не забывайте. Сейчас идет голосование по синглам. Но те, кто, скорее всего, посмотрят это видео и скажут, бля, там голосование, а оно уже прошло. Вот. Но в целом, чтобы не проебывать голосование по синглам, вообще любые другие голосования, всяческие движухи, происходящие в нашем телеграм-канале, с фестов, с концертов и так далее, со всяких прочих вещей, телеграм-канал наш. Это не байт тупой на хуйню, это реально полезная и нужная вещь. С удовольствием я послушаю трючок Пинка и Соды. Я уже говорил, опять же, в телеграм-канале о том, что мне интересно в целом, в принципе, что делает Пинк, что делает Сода, потому что я жду от Пинка альбома разъебочного. Я говорил об этом еще в 2021 году, что он должен показать качество пиздец. Это должно быть что-то очень интересное, крутое. И Сода, да, который там писал, что типа он сделал крутой парт. Я думаю, что это было трололо, скорее всего, меня затроллили. By Soda Luv. Да, но... Хуй его знает на самом деле, не знаю совершенно. Может быть, правда, это очень круто, может быть, это очень прикольно. Вот единственное, что у меня были сомнения, потому что учитывая, как Сода вообще в целом относится к разборам и к реакциям, да, ну так, не особо, вполне возможно, он рофлил. Может быть, действительно, это что-то очень крутое, типа, я не знаю, посмотрим. Я буду говорить то, что я думаю, потому что если говорить о том, как оно с точки зрения, блять, вот там Сода написал, Сода сказал, Сода репостнул, вы познакомились, теперь поэтому это значит, блять, ага, он похвалил поэтому, или он засрал, потому что вот так, ага, пиздец. Это может быть абсолютно любая хуйня, и вы можете говорить все, что угодно, вы можете выдумать, почему я сказал то или иное. На самом деле, я вам скажу, сказал я то или иное лишь по одной простой причине. Зашло мне, и могу я это для себя субъективно аргументировать как хорошо, или субъективно аргументировать как плохо. Только поэтому, вот и все, никаких остальных вещей абсолютно не существует. Я отлично общаюсь с разными ребятами, с артистами, и с кем-то общаюсь, с кем-то не общаюсь, и говорю в себя то, что думаю. За это, в принципе, они так или иначе респектуют, да. Поэтому я очень хочу посмотреть, что это такое. Так, 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 так. Так, так, так. Все, братва, погнали. Produced by Glock Main. Интересно. Ночь. 2:31. Ебать. Трек «Ночь» основан на реальных событиях. Пукать писи — это норм. Система координат Soda Luv, где нормой являются очень интересные, необычные вещи, это особый вид искусства. Заново. Да. Детка, подари мне ночь. Детка, подари мне ночь. Я хочу тебя и знаю точно, что ты меня тоже хочешь. Детка, подари мне ночь. Детка, подари мне ночь. Сделай меня обесточно. Это должно случиться точно. Посмотри на глаза и разгляди мою искренность. Я тебе не врал, сильно желаю тебе утопать. Ты одна, заменила бы самых писатых пять. А тебе мысли опять, из головы их не отнять. Бое, побудь сейчас на мне, жарко как в тае. Вот так прикольно залетел, а? Браза, а что ты так не залетел? Чё ты так не залетел? Вот прям сразу отсюда. Потому что вот эта четверка, она как будто бы прям продолжение вот этой, да, типа отчасти. Припева именно. А вот здесь прям вот это вот, ну, протяги. Кстати, я не могу узнать тут Пинка, на самом деле. Я не могу узнать здесь Пинка. Странновато, честно говоря, он звучит. Да, вот прям вот остается, на мой взгляд. Сейчас я заново отмотаю, вайп не собью, не переживайте. Хочу просто я обсудить уже трек, да, есть что сказать, да. Вот. По-прежнему остается вопрос очень важный. Лично для меня это важно. Может, всем вообще похуй, и Пинку самому в том числе. Важно именно в формировании конкретно узнаваемого стиля артиста, да. Чтобы я вот мог включить трек и четко узнать. Так. Мне кажется... Как будто вот с такой ритмики, да, залететь в куплет, возможно, было бы интереснее. Это дало бы яркий более контраст. А потом можно было бы дать, если что, если нужно. И вот такой вот, даже в качестве бриджика, например, или перехода к припеву, как раз-таки учитывая, что здесь харизма, да, вот именно давление, экспрессия,
очень похоже на вот эту, да, поэтому типа вот это можно было ебануть под конец как-то. Ладно, заново, еще раз. Детка, подари мне ночь. Детка, подари мне ночь. Я хочу тебя и знаю точно, что ты меня тоже хочешь. Детка, подари мне ночь. Детка, подари мне ночь. Сделай меня обесточно. Это должно случиться точно. Посмотри на глаза. Охуенно, не задушнил припевом зато. Чётенько. Я тебе не брал. Сильно желаю в тебе утопать. Ты одна. Заменила бы самых песен. Или вот отсюда залетел бы. Вот охуенно стакан. Ты одна. Побудь сейчас на мне. Жарко, как в тае. Просто хватает. Просто глотай. Просто налазь. Сеть между нами контакт. Вот охуенно строка, реально. Вот с этой двойки можно начать. Я не знаю, что будет завтра. Будет ли ночь еще одна. Выглядишь так, как будто да. Подари мне всю сегодня себя. Детка, подари мне ночь. Детка, подари мне ночь. Я хочу тебя и знать. Бля, задумка охуенная. Что ты меня тоже хочешь. Детка, подари мне ночь. Ну-ка. Детка, подари мне ночь. Сделай меня обесточно. Это должно случиться точно. Эта сука хочет сказку, но я не любитель. Бля. Много говорить, хочу потрахать и забыть. Не сопротивляйся, сделай этот раз событие. На мне, суки, в наркоте, как будто бы обидел. Я скажу внутри, а как будто я сейчас в чешках. Хаб играть степашка, это лигна не ледешка. Внутри тебя круто, плюсов не плохая внешка. После меня у малых есть тёртая. После того, как брал я ее рака, ее пусть и пукает, будто поела тако. Не смущайся, детка, знаешь, что это нормально. Выруби мобилу, меня бесит твоя мама. Либо набери, скажи, чтоб тоже приезжала. Ебать, мой хуй. Я хочу сразу двоих, что-то меня ща прижало. Первое прослушивание не зашло, честно. Мам. Концовка заебись. Еще раз куплет. Детка, подари мне, что ты меня тоже хочешь. Детка, подари мне ночь. Детка, подари мне ночь. Сделай меня обесточно. Это должно случиться точно. Эта сука хочет сказку, но я не любитель. Много говорить, хочу потрахать и забыть. Не сопротивляйся, сделай этот раз событие. На мне, суки, в наркоте, как будто бы обидя. Но я все равно и не верю. Я не верю, да, этой харизме, к сожалению. Она звучит ненативно. Но говорить хочу потрахать и забыть. Я не сопротивляюсь за это событие, но мне, суки, в наркоте, как будто я Питер. Пиздец. Я не знаю. Такое ощущение, что этот вайб вообще в целом этого стиля, он будто не докручен по нативности, ну типа как-то искусственно отыгран он, честно, блядь. И он под этот бит не подходит. Вот вторая четверка, насколько я помню, я просто пребывал в ахуе от первой, да, и типа толком не расслушал вторую, я типа думаю, ебать мой хуй. Вот, сейчас я отмотаю чуть назад и послушаю вторую, да? На мне, суки, в наркоте, как будто бы обидя. Я скажу внутри, а как будто я сейчас в чешках. Вот эта тема, да, она ближе к Соде уже. Она у него нативно звучит, он уже ее так хорошо прям делает. Она звучит охуенно. Вторая четверка, реально. Здесь как будто бы даже тюна, как будто бы он даже выпирает вот здесь, особенно в слове «Питер». Вообще первая четверка не понравилась мне, вообще пиздец. Вторая четверка, она звучит охуенно, и здесь Сода в этом стиле уже хорошо плавает, работает, чувствует он его. Давно уже он ебашит его. Внутри, а как будто я сейчас в чешках. Хаб играть степашка, это лигна не ледешка. Внутри тебя круто, плюсов не плохая внешка. После меня у малых есть тёртая фильмешка. После...
Пунш-линии — это пиздец. Внутри тебя круто, плюсом неплохая внешка. В капе грязь, ТПшка, это Лина, не ВДшка. После меня у малыхи стертая пельмешка. Ебануться, бля. Дамы и господа, представляю вам норму by Soda Luv. Вот так бы он читал, вот реально. Бля, вот это стиль, он прикольно работает в нем. Мне нравится вот эта четверка, пиздец. Реально. Но вот тут две... После того, как брал я ее раков, ей пусть и пугает, будто поела тако. Не смущайся, детка, знаешь, что это на... Хуя, да, он еще и идлибами это сопроводил, вы поняли, да? То есть это не просто идлибы, которые типа пу-пу-пу, когда чуваки так как это говорят, просто так, потому что они хотят подделать модные идлибы своим ебальником. А здесь они были вот такими. Здесь вот так, вот так, вот так. И по-по-по – это непосредственно демонстрация происходящего вот здесь. Вы поняли, да? Тако, да. И вот, вот, а потом тако, который выходит, соответственно. Блядь, это пиздец, бро. Я пусть и пугает, будто поела тако. Не смущайся, детка, знаешь, что это нормально. Выруби мобилу, меня бесит твоя мама. Либо набери, скажи, чтоб тоже приезжала. Нет, мне совершенно не нравится. Я считаю, что это руина, да. Я считаю, что вот эта четверка и первая четверка, она неудачная, реально. Ну, тут пятерка даже, можно сказать. Вот это был бы прикольный рофл, наверное. Если бы у Пинка тоже был какой-то рофл. А у Пинка, типа, ну, тут такой довольно... Довольно нормальный, ровный флоу, хотя я, блин, вообще не могу узнать его здесь, к сожалению. Поэтому могу сказать, что вот, вот это мне нравится. Вот это реально. Вот это прям то, в чем Сода, мне кажется, может делать охуенно. Со своим узнаваемым текстом, с какими-то, блядь, кринжовыми, в хорошем смысле, типа, ебать, вот такими, да, пальчиками и всякими историями, пукающими, блядь, текстом. И вот с этой харизмой. Прям вот это стиль. Вот здесь прям, ну прям пиздец. Нет. Вам как? Вам как в целом трек? Если есть что сказать, написать, напишите, скажите. Потому что, ну, пусть люди почитают, кто будет смотреть это нарезку, да, соответственно. Типа, как вам этот трек? Можете балл поставить от 1 до 10, там, ебануть. Или написать, если что-то есть. Ноль пинк руина, поебота. Хуета полная. Как будто слабовато очень, вроде пытались выдать харизму, но слушать постоянно, хз. Сода руина, Go Jesus, да хуйня, что говорите. 3, 1, 6, 10, 2, 3. Видите, да, то есть, в принципе, вот если мы, допустим, оценивали, точнее, вы оценивали и смотрели трек предыдущий, в данном случае, там, Crystal и Oblu, да, там оценки были такие, ну, типа, середину можно было нащупать, там, 7, 8, 9, 10, там, вот такие, да, то есть, там, в районе что-то 8, 8 до 9. Здесь пиздец, оценки от 1 до 10. То есть, кому-то дико зашло с точки зрения, типа, нихуя себе, кому-то прям вот руина и все. Сода интереснее Пинка, 7, 8, Сода топ-челы просто не выкупили. Может быть, бро, может быть, да. Ну, у нас такой сейчас мир ебучего постмодерна, что абсолютно любую хуйню можно выдавать за супер гениальную вещь. И всех, кто говорит, что это хуйня, и даже объясняя свое мнение, говорит, что они просто не выкупили. Очень круто, очень удобно, замечательно, красиво, прекрасно. Вот. Но может быть такое, что мы действительно что-то не выкупили, поэтому... 8, Сода спецом заруинил трек. Не знаю, бро, не знаю, байт засчитан. Может быть, да, может быть. Может быть, меня забайтили, может быть, действительно Сода считает это крутым. Может быть, это прикол, который я должен был выкупить, я сижу на серьезных щах и съебываюсь. Не знаю, не знаю, но я, в принципе, всегда на серьезных щах стараюсь оценить трек, потому что прикол это или не прикол, хуй его знает. Стараемся же еще оценить для того, как это будет восприятие, типа, у слушателя, у зрителя, который, ну, услышит и скажет, ебать. Это яркое дерьмо в любом случае, но, типа, нет, мне не нравится, как это звучит, к сожалению. Это прикол. Возможно, возможно. Просто если это прикол, почему у Пинка нет прикола? Или у него есть прикол, который я не понял? Как бы, ну, он довольно ровно же исполняет, без каких-то пиздецов, типа.
Концовочка прикольная. Я хочу сразу двоих, что-то меня ща прижало. Тут. Алло? Мам? Да, да, да. Взял телефончик, короче, да. Бридж прикольный. Бля, вообще структура. Вы знаете, мне кажется, это, ну, типа, это не рофл, да. Мне кажется, это действительно сода, которая продолжает экспериментировать и углубляться во всякие эксперименты жанра. Я не думаю, что это угар. Потому что трек слишком, ну, как бы, он хорошо сделан для того, чтобы это был просто какой-то бросовый угар. Там бриджик тот же, свидос, да, вот это аутро, все. То есть оно сделано все очень интересно. Что касается звучания именно. Поэтому сказать, что это просто юмор, типа, блядь, мне кажется, Соди, типа, реально это заходит, и он такой постарался, типа, здесь. Возможно, так. Сказать, что это просто сделать то, что он сделал. Нет, это сделать сложно, мне кажется. Вот эта вся вот, блядь, харизма, вот выпеченная вот это все. Хуй знает, еще у кого-нибудь получится так сделать, чтобы это звучало нативно и натурально. Вот это звучит у него нативно. Вот это нет. Это тоже пиздец. Мне не понравилось. Совокупный куплет не понравился. Трек мог быть интересным. Вот просто представим, что Сода выдал, блядь, вот в таком стиле всю свою четверку. Слегка меняя слоги в ритмике, чтобы там размер менялся. Все. Для разнообразия. Это было бы очень пиздато. Мне кажется, да, это, блядь, Пинк постарался, реально. Это здесь это видно, да, и тут это как бы видно нормально. Это мог бы быть хороший трек. Я говорю, я не думаю, что Сода заруинил там это специально. Возможно, он попытался так сделать. Хуй знает, короче, не знаю. Давайте его спросим. Вот как раз-таки именно это он и говорил, да, что типа он не любит, когда начинают додумывать за него, да, типа, ну, что он думал, что он хотел, блядь. Что он хотел и думал, он пусть сам скажет, типа, и все. Я оценил этот трек вот так, как оценил. Вот так вот, братва, да. Давайте оценим теперь его по баллам. Что так долго разбираем один трек? Интересно же копаться, ебать. Интересно же копаться. Куда нам торопиться? Торопиться нам некуда. Рифмы и образы. Внешка-пельмешка. Чешка-ВДшка. ТПшка. Питер событиям, любитель. Наверное, где-то 7-8, да. Угу. Рифмы, да, руина, а образы прикольные. Так, сейчас, секунду. Посмотрим, глаза рядом. Так, искренне, все топать, пиздатых 5, главное не отнять. Так. Ну, блядь. Все-таки 7, да. Структура ритмика. Вот реализация это одно. Структура ритмика пиздатая. Я поставлю 9, потому что мне кажется, вот по поводу той душнины, так 10 можно было поставить, учитывая еще концовочку, аутро, бриджи, всю хуйню, да? Вот, ну, по поводу контраста именно, первой четверки в первом куплете от Пинка. Реализация выбранного стиля. Четверки, которые сделал Сода, я бы оценил на 6 баллов. 5-6 баллов, да. А это большая часть второго куплета. Поэтому совокупная оценка, наверное, будет 7. Индивидуальность и харизма. Пинка очень сложно было увидеть, я, можно сказать, даже не увидел. Вот, харизма Соды, опять же, в этом куске была вот такой, 5 тоже, где-то 5, наверное, даже, да. Поэтому, ну, так как есть там припев, все, я думаю, что можно поставить тоже 7-8, вот такая оценка. Вторая, третья, четверка Пинка. Припев хороший. Вторая, третья, четверка Пинка и вторая четверка Соды на 9-10. Да. Припев где-то на 8-9. Ну, где-то 8 можно поставить, короче, по совокупности, я думаю, да. Вайп 3 балла. Прям совсем сбивает, просто пиздец. Трендовость и актуальный жанр 5 баллов. Да. В итоге получился в любом случае за множителя и трендовости. Средний трек на 60 баллов. Респект, спасибо. В любом случае спасибо за интересные яркие вещи.
будь то строчки или какие-то стили, которые нам либо, блядь, не подвластны, либо они никому не подвластны, какие-то эксперименты и так далее. В любом случае, да, спасибо, спасибо за творчество, за попытки, за возможность давать что-то, то, чего просто нет, как минимум, блядь. Вот так вот, подписывайтесь на телеграм-канал обязательно, это просто ебать как важно, потому что все происходит именно там, ну и Лукас можете поставить, если хотите.